изделиями пользоваться можно неограниченно. Все зависит от характеристик человека, насколько он чувствителен и так далее. Бывают люди очень чувствительные, и они чувствуют, что им надо не непрерывно ими пользоваться, а периодически. То есть, если человек не чувствует, что ему надо как-то прервать это взаимодействие, то он может пользоваться сколько угодно. Есть люди, которые у нас даже с ними подкладывают себе под подушку, когда они спят, делают, структурируют воду и пьют эту воду. То есть самое разное применение.